Андрей Иванович, ну давайте, у вас какие чувства вызывают правительственные прогнозы о том, что на самом деле российская экономика чувствует себя лучше, чем американские и европейские экономики, и вообще никакого кризиса по большому счету нет, но вот только почему-то перенесли исполнение майских указов у нас проектов аж на 6 лет до 2030 года, признав их провал по большому счету? Честно сказать, правительственные прогнозы вызывают очень двойственные чувства, потому что с одной стороны, в российской экономике, в принципе, есть все необходимое для того, чтобы обеспечить исполнение этих прогнозов. А с другой стороны, практика последних десятилетий показывает, что несмотря на то, что все необходимое есть, прогнозы эти не реализуются. О точности этих прогнозов можно судить и вообще о точности нашей правительственной макроэкономической статистики можно судить по следующим данным. Согласно официальной статистике, в апреле у нас уровень заработной платы на крупных и средних предприятиях упал на 1%. В мае вырос на 1%. Но если мы посмотрим на ту же официальную статистику по налогу на доходы физических лиц Федеральной налоговой службы, мы увидим, что налоги в апреле упали на 18%, сбор налога на доходы физических лиц, а в мае они упали на 16%. Извините, а откуда тогда взялся рост, если налогов казна не добирает? Ну, понимаете, в чем дело? Федеральная налоговая служба не может нарисовать цифры намного больше, чем есть на самом деле, потому что ей об этих деньгах отчитываться и эти деньги реально перечислять в казну. Поэтому этой статистике можно более или менее доверять. А вот нарисованный рост заработных плат – это, конечно, чистая фантастика. Так, Андрей Иванович, ну вот согласно результатам исследования специалистов Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации, так называемый индекс социально-экономического положения в январе и мае 2020 года упал во всех регионах, за исключением всего лишь 9 из 85. Если в Москве уровень жизни у значительной части останется более-менее сносный, либо где-то около того, то для остальных регионов что это означает? Жизнь впроголодь? Но понимаете, в чем дело? И до начала проблем с коронавирусом и с введением карантинных ограничений наша экономика чувствовала себя не блестяще, а доходы значительной части населения находились на крайне низком уровне. Коронавирус нанес очень сильный удар. Если мы положимся на данные Сбербанка, через которые проходит примерно 60% потоков заработной платы российских граждан, то данные Росстата говорят о том, что примерно у половины населения доходы упали, а 5% потеряло эти доходы полностью. Понятно, что это не может сказаться позитивно на самочувствии российских граждан, которые и без этого жили плохо, а с этими потерями я не знаю, как они будут выкарабкиваться. Андрей Иванович, ну вот экономисты левого толка подчеркивают закономерности неравномерного развития капитализма, причем как в страновом разрезе, так и на уровне регионов таких больших стран, как Россия. Есть мировой центр, куда поступает периферия, куда поступает прибыль и доходы, а есть периферия, откуда она выкачивается и где идет разруха и деградация. То же самое, по большому счету, мы видим на уровне Российской Федерации. Есть центр, есть периферия, и, собственно говоря, мы понимаем, что 70% доходов бюджетной системы уходят в Москву, даже больше, ну и меньше 30%. 10% остаются в регионе, и ни о ком развитии не может быть и речи. Мой вопрос таков, вот применительно к России такой чудовищный разрыв в уровне социально-экономического развития, это действительно некая объективная закономерность порочного капитализма, условно говоря, которая не зависит от воли правителей, или же этот разрыв создается намеренно, со злым умыслом, либо в силу некомпетентности? Я не думаю, что в данном случае работает какой-то специальный злой умысел. Если мы посмотрим на страны так называемой периферии, мы везде увидим, что там экономическая активность в значительной степени концентрируется в столичных мегаполисах. Там больше уровень заработных плат, там лучше социальная инфраструктура, там легче найти работу, а периферийные районы очень часто находятся в депрессивном состоянии. Это не следствие злой воли чиновников, которые сидят в правительстве.
Это следствие сложившейся в целом социально-экономической модели развития, которая построена на такой стихийной концентрации экономической активности в тех местах, где бизнесом заниматься удобнее с разных точек зрения. И к чиновникам ближе, и есть налаженная транспортная, социальная инфраструктура, инфраструктура связи, есть склады, есть транспортные сети. В общем, все есть, ничего с нуля создавать не надо, можно этим пользоваться. Бизнес, естественно, как пылесосом стягивается в эти центры. Если мы посмотрим на регионы, мы увидим то же самое. Увядающую периферию этих регионов и растущую, так сказать, столицу региона. Возьмите практически любой регион, увидите то же самое, ту же самую закономерность. Это связано с тем, что вообще капитализму свойственна неравномерность развития, свойственна вот такая стихийная, стихийные процессы сосредоточения бизнеса там, где ему комфортнее. Но, конечно, этот процесс имеет свои пределы, потому что уже из Москвы часть бизнеса начинает разбегаться в соседние регионы, потому что в Москве уже стало, так сказать, слишком тесно. Эта неравномерность, она прослеживается не только между регионами страны, не только внутри региона, между периферией региона и центром региона. Она прослеживается и внутри центра. Мы можем увидеть, что в Москве есть районы, которые резко отличаются друг от друга по уровню своего социально-экономического развития и по уровню благосостояния жителей, которые там проживают. Мы можем видеть районы, которые заселены гастарбайтерами, и можем увидеть благополучные, скажем, там хамовники какие-нибудь. И разница между этими районами внутри Москвы, это, она колоссальная. Она, пожалуй, даже больше, чем между Москвой и регионами. Давайте продолжим разговор про регионы. У КПРФ есть пример успешного руководства, весьма успешного руководства Иркутской областью относительно других регионов в Сибири. Губернатор Сергей Левченко был весьма самостоятельным, независимым политиком. Начал пресекать черные вырубки леса, удвоил региональный бюджет, приступил к выполнению серьезных региональных программ по строительству школ, больниц, поликлиник. И, собственно говоря, вынудили человека уйти в отставку. Да? Возникает такое ощущение, что зависимость и лояльность партии и власть – это один из важнейших факторов по управлению регионами, а вовсе не профессионализм, реальные результаты деятельности и поддержка народа на местах. К чему нас это может привести? Ну, если мы посмотрим на развитие политики центра по отношению к регионам за прошедшие 30 лет, то мы увидим, что федеральный центр последовательно отбирал у регионов права и финансовые потоки, концентрируя их на себя. Тут было совершенно правильно сказано, что регионы сейчас вынуждают стоять на коленях и выделяют финансовые средства в зависимости от лояльности местных властей, а не в зависимости от потребностей региона. Та же самая политика, насколько я понимаю, проводилась и в отношении Иркутской области, когда, придравшись к действительно хамскому поведению некоторых местных чиновников, всю ответственность свалили на губернатора и таким образом под этим предлогом его сместили. А помощь Иркутской области, насколько я понимаю, она до сих пор в полном объеме не дошла. И до сих пор там проблемы, несмотря на смену власти, проблемы с восстановлением жилья, с выплатой компенсации, со всем остальным, они до конца не решены. Так что здесь вопрос не, так сказать, в одном только человеке, на которого возложили всю ответственность, а вопрос всей системе чиновничьей, которая настроена таким образом. Просто происходит, как уже было сказано, отрицательный кадровый отбор. На эти места в верхушку региональной элиты приходят люди, которые рассматривают это как, так сказать, синекуру, как, так сказать, кормление, как в боярские времена, и занимаются тем, что самыми разными способами пытаются стричь этот регион в свою собственную пользу. Раз уж Москва стрижет регион в свою, почему губернатор не может стричь регион в собственную пользу? Вот выстраивается такая фактически криминальная цепочка, при этом Москва формально действует по закону, а губернатора всегда можно прищучить.
Андрей Иванович, ну вот для того, чтобы успешно эксплуатировать российский регион, распродавать недра, вывозить прибыли за границу, очевидно, что сначала регионы необходимо разделить и разобщить, чтобы не было никакой общей федеральной повестки дня. Такое ощущение, что российская власть с этой задачей вполне себе справилась. А что может дать толчок для движения в обратном направлении? С чего начнется это движение? Может быть, с отложенных на 2030 год планов по реализации нацпроектов? Ну, отложенные на 2030 год планы по реализации нацпроектов – это вполне логичный вывод из той программы якобы восстановления экономики, которая была озвучена. Михаил Геннадьевич совершенно справедливо сказал, что это набор прожектов и обещаний. Все реальное, что там есть в этой программе, это то, что уже было озвучено в марте-апреле в виде различного рода отсрочек, каникул, небольших подачек в виде пособий и так далее. Больше ничего реального в этой программе нет. То есть нового к августу месяцу нам ничего не предложили, помимо того, что было озвучено уже давным-давно. А новое только то, что, потратив деньги вот на эти небольшие меры по поддержке некоторых слоев населения, власть эти же деньги вычла из нацпроектов. То есть картошку, так сказать, в мешке перетрясли, но состав ее остался тот же самый. Бантики завязали по-другому, как, так сказать, образно выразился Михаил Геннадьевич. Но, кстати сказать, перевязав эти бантики по-другому, власть на самом деле ухудшила положение с восстановлением экономики. Потому что национальные проекты, сколь неформальными они были, все-таки это были некоторые задачи, под которые выделялись деньги, и реализация которых хоть какой-то эффект могла для экономики дать. Теперь же мы эти расходы относим на неопределенное будущее, и, соответственно, никакого толчка развитию экономики мы уже от этого не получим, пусть даже маленького, пусть даже микроскопического. Фактически власть расписывается в собственном бессилии дать импульс развитию экономики, и прогнозы о том, что мы и в 2022 году к докризисному уровню не вернемся, выглядят вполне реалистично.